фестиваль народного творчества «Город-герой Нуану» и «Город будущего». Сейчас я покажу вам это все. Все это покажу без единого слова. Нет, легкое вступление сделаю. Не было контражура. Хорошо. Да. Доброе. Доброе. Что ты здесь делаешь? Скажи, пожалуйста. Доброе утро, мои маленькие любители жизни. Что ты здесь делаешь? Скажи, пожалуйста. Служу. Служение от всего сердца. Людям во благо всех живых существ. Как тебе сравнение с Гоа здесь? Как меня что? В сравнении с Гоа. Ну, сравнивать, мне кажется, бесполезная привычка. Вот, конечно, все по-другому. Вот, люди все совсем другие, никто не врет, никто не обманывает. Ну да, для тебя это серьезный вопрос. Да, если сказал приду, значит приду. Если не придет, значит сказал не придет. Все прозрачно. Вот. Но другой уровень, конечно, люди здесь совсем по-другому. Остров невероятный какой-то, мощью обладает, и из всех щелей прет, как говорится. Творческие планы. Открываем мы арт-пространство. Будет у нас танцевальная школа, музыкальная школа. Будут концерты живой музыки, лекции, творческие встречи, акробатические перформансы для детей, для взрослых. В общем, от всей души. Хорошо. Ну что я тебе желаю? Желаю, чтобы через годик мы сняли уже вот этот обзорчик, там, скажем, в этом всем масштабе. А мы быстрее откроемся, не через годик. У нас открытие уже в июле. Ага. Вот, у нас осталось уже совсем немного работы. Мы уже налаживаем маркетинг, чтобы приглашать вас всех, дорогие друзья, от всей души. Приходите в Эш, в Нуану. Мы строим город будущего. Это реактор с очень высокой температурой, который превращает все эти различные виды отходов в чистую замену природному газу для производства электроэнергии, для отопления или даже для использования в трубопроводах. Сколько же это стоит? Это прототип научно-исследовательской компании, но мы ищем партнеров, которые могли бы сделать это очень дешево. Это устройство специально разработано для развивающихся стран, для островов. Так что при наличии подходящих партнеров мы сможем сделать эти вещи очень-очень дешево. Мы можем поставить его рядом с гостиницей, рядом со школой, и все будет в порядке.